Добрый день. Сегодня делаю испытание еще одного аппарата. Ректификационная колонна непрерывного действия. Тут вот процентовка. Где-то 93% показывает. 93-94%. Так, скидку сделаем на бытовой ориометр. Все равно правильно показывать не будет. Скорость производства данного аппарата порядка 3-4 литров 90% спирта в час, 6 киловатт система. Здесь у нас отбор голов идет непрерывный. Вот здесь отбор хвостов и воду. Почему такая производительность? Производительность, в принципе, скорость и процентовка зависит от содержания в браге. В данном случае перегоняю примерно 12% брагу сахарную. Вот. И опять же, процентовка зависит от того, насколько будет желание того, кто будет работать на этом аппарате, иметь определенную процентовку. Если выше процентовка, ниже скорость производства. Ниже процентовка, выше скорость производства. Вот. Я сейчас выставил на максимум. То есть максимум по процентам, минимум по выходу. Вот. То есть максимальная дефлегмация. Флегму возвращаем. Так, значит, сам аппарат. Аппарат высокий. Дело в том, что в нем происходит два процесса. То есть первая половина аппарата до сюда, это в принципе непрерывная бражная колонна. Выше пошла непрерывная ректификационная колонна. Все это спарено в один такой большой столб. Уходит в бесконечность под самый потолок. Пытался на улице, но, блин, ветер то струю сдувает, то качает, то охлаждает. Короче, отрегулировать очень тяжело. Изматерился весь, затащил сюда, вот снял с чердачного окна задвижку и установил сюда аппарат. Значит, это регулировка голов. Если надо, в принципе, отсекается автоматически. Но если есть желание снять больше голов, пожалуйста, здесь регулировка голов. Так, что у нас тут? Места нет совсем. Значит, далее. Вот здесь у нас регулировка непосредственно отбора. Игольчатый клапан стоит. И вот здесь вот пошел у нас выход. Через металлическую такую эту. Никакого пластика, ничего пластиковое со спиртом не контактирует. Все здесь выполнено из пищевой нержавейки 304-316. Так, моя старая система — это парогенератор. Там вот видно, как вода скачет в контрольной трубке. Вот в этой трубке видно, как происходит автоматический сброс воды и хвостов. Опять же, собирается в отдельную посуду, и если там присутствуют какие-то остатки спирта, то все это дело можно опять же перегнать в следующий раз без проблем. Вот здесь у нас, в принципе, я немного увеличил подачу, но должно показывать. Сейчас у меня немного выше уровня, опять же, определяется по сбросу. Если в барде нету присутствия спирта, то можно немножко увеличить подачу. Опять же, зависит от температуры браги. Вот. Ну, аппарат работает стабильно. Немножко помучился с регулировками. Сделал новую голову, такую, каких я никогда не делал до этого. Вот. Знаю, тут невозможно объять необъятное, все
все очень большое, длинное, высокое и не на своем месте. Но тем не менее, вот аппарат. Здесь у нас в этом месте находится регулировка подачи браги. Опять же, брага регулируется по вот по этому контрольному шлангу, на нем видно. То есть в данном случае я рекомендую держать примерно вот между верхней полоской и непосредственно трубкой уровень браги, подачу. Можно немножко выше, если выхлопа спирта нету в барде, которая сливается здесь в канализацию непрерывно. Можно собирать, если есть желание, для последующей перегонки. То есть можно колонну данную использовать просто как бражную колонну. Для этого просто нужно открыть на всю кран отбора. Флегма не будет сливаться обратно в колонну, и она будет работать просто как бражная колонна. Вот. То есть кому нужен самогон, просто самогон. Ну и при этом тоже будет какое-то отсекание голов и хвостов. Голова устроена таким образом, что снимается снизу только самое тяжелое. В данном случае до сюда добирается только спирт, как бы. Вот. И сверху конденсируется самое легкое. То есть по закону физики. Шарик, наполненный водородом, поднимается вверх, все газы вверх, и все пары и жидкости разделяются таким же образом. Вот. Все тяжелое конденсируется, легкое продолжает испаряться. Ну, примерно так как-то. Так, руки трясутся, наверное, пьяные. Ну вот мы можем наблюдать, процентовка не изменилась за это время. Все. Спасибо, до свидания. Прошу прощения за корявое видео. Просто видеоотчет о проделанной работе. До свидания.